где-нибудь еще с малолетки на переход возраста. По себе был. Светло-зеленый карий. Это жесть. Ладно, ну тут еще куда не шло, но... светло-светло-зеленый один, второй карий. Какого хуя? Так, шары или деньги тоже появились? Да, конечно. Кажется, поняла, о чем он думает. У него глаза сиськи тогда должны быть. Я все слышал. А! Ой! Я сейчас на секундочку даже Андреем почувствовал, мать божий. Стресс-то какой. Why would I do that? Because I am the one who saved your life. Haven't managed to get my head straight yet. Not after everything that happened. That will not happen anytime soon. And so what? If you intend to leave, you must re-enter the ring. The bell has already tolled. Thomas died. Вот честно. I am ready. Поздно. Он сказал, я додумал уже. Короче, там типа хер с ним, что браслета на рюне, и пинг немножко не позволяет максимум выдавливать. Там же это по какому-то соотношению есть, даже табличка какая-то считаю. По-моему, ЛСМ тоже что-то такое было. Не суть. Там желаю. Максимум борста, ты с него не выбьешь, потому что на баджике 3 стака и 124 секунды. То есть в этой игре нет ни одного босса, когда ты дотащишь 3 стака и 124 секунды. То есть фулл борста никак не сражать ни через закатку, ни чем. Это раз. Второй я опять постоянно путаюсь. Привык, что браслет с земли активируется, у этого гормон с четверки включается. Я прожимаю землю, залезаю в стойку, как наши браслеты включил без браслета, она вообще не будет. Выхожу из стойки, баху четверку, крылья опять в стойку. С другой стороны, кстати, удобно, чем в браслете. И пиздец, я тебе говорю, ну, по урону, ну, я тут про браслет бегал, а по-моему, да, 13. Ну, не суть, по ДПС очень сильно отстает. Ну, убить я не знаю, что Блейд не выдавает ДПС, надо реально породить экономить. Просто правку на мыши зажимаю и все, лупит сам себе. Единственное, чем я в этом спеке дико вчера прикалывал, когда я с вырезанными эффектами анимациями на 37-й битке попиздил на киты. Я даже не понимаю, чем чело так заливало, но они периодически просто подо что-то подставлялись и подносили. Просто сам КФМ 700 как то подошел и учил, как, знаешь, под пилу попал, просто по кускам разобрал, он свалился без контроля, без ничего.
побоебушкой попробовал вчера побегать. Ну, Богарт, знаешь такого фарса? Когда его в лодмоде завел, он подул на бах, но в лодмоде нет. Когда его побоебушкой завезал, но потом сам лет там жарит какая-то вещь. Фух. Дома там, соответственно, еще. Когда без пробил, вообще. Особенно, когда 10-я активация происходит, еще пиздец. Это у кого какой-то стартер, что-то будет. А, ну, скорее всего. Я, в принципе, сам расчетом сделал, что их откачу по второму кругу, поэтому рядки не собирать. Вчера просто реально заняться было нечем. Пробежали до наших, потом в куклу пошли. Пытались разобраться, посмотрим, под рейтинг. Ну, не лайнтики. Что нельзя делать, потому что звездочки дают. Получается, ну, хорошо, что в рейтинге меня нет. Я тебе говорю, корень все вред это. Эй! Би! Haven't seen you in a good one, two, few weeks. Figured you'd skip town. Там, по идее, на рейтинге. Quitting Night City is not as easy as you think. Sort of like an abusive relationship, huh? Listen, I could use a little flow to the old pocket. Want to peek at some fresh gear? Sure, let me see what you got. Возле Золотого Мола. Никогда не оттуда летели, а возле Золотого. То есть 4 человека на. Нет, только поменьше не происходит на куклу. Но Аньку вот у меня. Часа для рукой правой яичкой и делал то же самое вчера. Переклинил рот. Holt has also announced plans to run for mayor in the upcoming election. А ну ладно. Нет, дежавю это когда что-то такое было. Понимаешь, как перещелкнешь? Но это уже... Нет, в случае с дежавю. В случае с дежавю, это не совсем это уже Huh.
it. You do not look so bad. Then, in the car. I doubted you would survive. Why'd you help me anyway? I needed you to leave. That hasn't changed. This is about the biochip. That why I'm here. I hear it's damaged beyond the repair. Any attempt to extract it would be disastrous. Face. They'd like to talk, I guess. Not many could do what they did. You should be thankful. What do you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Evelyn, what's she to you? She and Yorino Barasaka had intimate relations. She knows how to get to him. I'm thinking I ought to have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone very far away. Why you figure she skipped town? I tried to locate her, but had no success. I suspect she covered her tracks. You said Parker could help you remove the relic. Does she work for a corporation? Got no clue. Evelyn was knowledgeable about the relic. Had a large chunk of classified info. An enigma to be sure. But she showed that slyness you get in corpo agents. You know the kind. I too possess this slyness you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts easily. Or have you forgotten? Sorry, couldn't be of any help. Don't have any time to lose, so wait. I need you. Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. Looking for justice. In Night City. I seek revenge. Much more reasonable. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a murderer? I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. I am hunted. What if I say no? Then I will tell you what rewards await if you help me. So what? We stole into our territory and now you know he's a kin killer? That he murdered Saburo. We'll meet again before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You die. You do not know how to save yourself. О, блять, они полностью переделали ебучую бездну. Теперь тут нету никаких бонусов ни для, блять, ни для огненных, ни для, блять, молниевых персонажей. Пиздец просто. Как ее проходить теперь? Называется, выброси две свои пачки, блять, в трубу. Называется, поиграл? Хорош. You mean people like Anders Hellman? Okay, новых. You know this name? How? Типа, выбивай Альбеда, пока можешь, для геопачки. Ну слушай, это свинство на самом деле. Я не хочу выбивать Альбеда, блять, и это очень отвратительнейший прием вообще на самом деле. Манипулятивный, чтобы его, блядь, хоть кто-то да повыбивал. Переделали, блядь, полностью бездну под крио, блядь, и геоперсонажей. Ну спасибо. За 5-таки, учитывая, что я, блядь, Чунь-Юни вот только выбил, блядь, наконец-то, самого последнего, блядь.
people like you two that have brought this country to its knees. Taken our land, our jobs, our fucking dignity. But I own this place and here I decide. So finish your tea and get the fuck out. Last thing we want to do is to draw attention. I'm sorry, a stupid reflex. Thanks for the offer. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand the game much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. That means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected. I myself spent many years. Что-то мы сидим так тихо-то. А чё, лох, может? Dropped off the face of the earth. Вот ты как сидел. Сам там не будешь, лох, переделал. Where to? Some of the corp poach him? As far as I can tell, he acted alone. A meticulous man. He planned it. Covered his tracks very well. Any idea where he took off? None. Somebody's been busy the last few days. Бухнул, пожрал. Да мне норм. Вообще. It was my job. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's skills. He knew both of them well and could be an important witness. Local rats will squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place, the club called the Afterlife. I was quickly dismissed by the Queen of Vixen there. Rogue. Mean to say you work for Saburo, yet got no idea how to talk to the High and Mighty. She wished to have nothing to do with the man accused of murdering Saburo Arasaka. Черногорская бритва. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish the old man accused her. Expensive and rude. Bit of luck. I'll track down Evelyn. If she could not help you before, чилить и расслабляться. Я, кстати, вчера досмотрел первый сезон «Рожденного в бездне». О, и как? Ну, что-то непонятно. Знаешь, вроде должен быть хардкор такой. С расчлененочкой. С другой стороны, как-то все по-детски. Там потом будет. Подальше. А мне... Он больше всего начал нравиться, когда там Нанача появилась. Там понятно. Нанача-то самый там охерительно сделанный персонаж на самом деле. Не пишет. Ну, просто у нее история продуманнее и характер продуманнее. 10 раз, чем у главной героини у этого робота. Ну, ты же, он же в конце концов убивает ее подругу. Был... дарит свободу. Я на этом моменте слезу даже пустил. Какой он подругу убивает? Ну, у него же была подруга, которая при подъеме шестого этажа превратилась в... хуй пойми чё. А,
Ты же на тот момент проникаешься к персонажам симпатии, и ты такой: «Нет, да не может быть! Как так?» А ты досмотрел до того момента, где этот... ну раз ты говорил, что первый сезон, по идее, что там... Первый сезон, это получается, к ним вот этот присоединилась Нанака. Да-да-да. Короче, они там будут еще спускаться, по идее. Только я только не помню, в каком это. Короче, самая последняя херня, это они останавливаются как раз в этой в лаборатории, где мутировала подруга Наначи, и вот этот мутила, который, короче, детей в экспериментах использовал. Вот. Ну, да, белый свисток. Да. Очередной. Но это полнометражка, то есть это, по-моему, по полуторачасовой фильм, это вот они там тусят, короче, пиздятся. Ну, а ты посмотри еще «Клинок, рассекающий демонов», если ты еще не смотрел. Там идет первый сезон, а потом идет «Поезд бесконечности». Это полнометражка, тоже прикольная. Кстати, она по кассовым сборам в мире считается топ-5. Полнометражка по... Полнометражка вышла уже? Уже посмотреть можно? Да, «Поезд бесконечности» называется. Прикольно. Прикольно, кстати, там, на самом деле. И по кассовым сборам она 5-я в мире. На основании, наверное, вместе с этим скинцом, со всяким. Японский аниме. Топ-5 в мире взяла. По кассовым сборам. Надо понимаешь. Так, ладно. Все. Все просто охучились по Наруто. Вот решили посмотреть. Клинок рассекающий демонов. Сейчас и битва магов, которая сейчас выходит, тоже очень, очень всем заходит вроде как. Хотя вот то же самое. Ну, она магическая битва называется. Тут очередной клон на Наруто. Что-то слышал, что-то слышал. Наруто — это клон Сейлор Мун. Где-то там, блядь, Сейлор Мун не увидел. Ну, все то же самое. Это все начинается. Грандайзер, Сейлор Мун и Спиди, вот это нынче. В магической битве там просто лор более замудренный, чем в Наруто. Если в Наруто там чакра, там вся хуйня, то тут всякая, блядь, энергия негативная и так далее, и тому подобное. Тоже суперспособности какие-то, блядь, какие-то там личные, блядь, какие-то там территории, которые, блядь, там активируются. Там еще это все пытаются как-то объяснить. Это все очень забавно. Смотри ремейк «Боец Баки». Это сейчас. Да, Кинган Асу называется. Вообще такая упоротость. Подожди, ремейк — это вообще другое. Не, Кинган Асу — это «Боец Баки» в чистом виде. Нет, ну я имею в виду, идея-то одна, но это не связано. Но все равно кумета я. Брутальные накачанные эти персонажи. Не, ну это прикольно. Такая тупость вообще, просто редкостная. Здоровые качки.
пиво. Лисоси мир, обираю все. Ягодки. Need to talk to Punchy. Can you then? Yep. Take the stairs down. I'll let Judy know you're coming. Just don't let me get you messing around, okay? Whoa, whoa, start again. What is it you want us to do now? Beat some sense into it. Hey, where are you going? Nothing expected. Stop telling every joy toy you need to come here. The hell I'm supposed to do with them all? You so concerned about strays? Go take care of your guests. Sus, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Don't give up, do you? What was that all about? Everyone in this city has their own god. And either you fly high or sink into quicksand. Susie seems to know what she wants. Йо, сейчас у меня будет гореть жопа, блять. В бездну захожу. Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. Все, Павли, мы потерялись. Why? So you can make your escape and go to your train at the heist. Need to find out who she was working for. That's it? Я по мусоркам, по мусоркам. You don't need to worry. Only a hand on it. Да, мне двигать. It wouldn't make sense. Fine. Alright. Evelyn's a dog. Used to work at Clouds. Big case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn... Just let me know how she's doing. Okay. Thanks. Thank you, V. Ну, нет, я, кстати, уволился еще. А потом я по ним с малыша стрелял, помнишь, что я не вчера это не сделал. Это же крыса, как-то будет. Адол. Why am I not surprised? Your name ran in fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? Самое интересное, я подошел к почтовому ящику, потом только подзалил. Так, и ничего. Сильно срочно, очень далеко за границей. We had exchange there with Judy. What was that all about? How's this any of? Yeah.
честно, что я не помню, кто из I'm just curious. One thing I know about curiosity won't get you shit unless you got the fists and the ass to back it up. You know what happened to Evelyn Parker? Why are you asking me? I talked to Judy about her already. Sure, but you're the boss. You might know something more. Evelyn jumped the mob ship a long time ago. And anyone not a Mox is not my damn problem. I'm guessing the club brings in a lot of piss. Piss is its share of cost, too. Why, looking to invest? Nah, I'm just admiring your operation. We took over this place way back when. Every day I wake up and wonder how it's still standing. We get by, that's all I'll say. What if you give the working girls a helping hand? That's ancient history. And like all history, it was pretty damn bloody. Something about a riot. Joy girl murdered by a tiger claw. Not the first. Just the one that tipped the scales. Folk went ballistic. Streets overflowed with raised fists. Girls, pimps, outcasts, the whole show. It's how the mocks got started. But that's all internet. We're in business now, not a charity. Can't help everyone in this city. Gotta take care of our own. Mocks is the first. Forget Evelyn. Admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Nobody can hold a candle to Judy. She got the virtues like they were diamonds. Damn straight. И роута просто распилить 4 части, раз для этого разница камера, да? Скажи, не подумайте, один из них там дан на Аляску. Эй, лок! Миша, на роутер стоит 21 позже. Ну, я очень настойчив. Я два гвоздя. Когти на пробитие, продать или оставить? Сука. Пиздец. Четвертое золото, все на пробитие точно. У меня нет. Который с ПВП это можно купить, там по 15 4 точки лежит.
Зато эти блогеры, блядь, так ищут возможность, блядь, ее обосрать. Как бы наш постоялец конючить начал, что он там консист приделал, как считается. Так, Starlight Sun, это вообще кто? Kaku Okada, the Lady of Westbrook Estate. When you find a moment, come see me. We must settle our accounts for Sandra Dorset. You did quite well. You and that friend of yours. Until then. The way I see it, only thing waiting for you here is getting off. Я захожу на дракона, прогибал его снова, пришел, сделал один удар. Кукольный дом идешь? Почему в ящик? Our sock and the tiger claws are in bed together. Every corpse is dirty, except the streets are more than that. They're filth. So the corpse leave it to the gang. Suits collars and get soiled. Surprised. No, I mean, if Evelyn wanted to disappear, especially from our sock, she could have done better. This whole situation is bent over, cheeks spread wide. Охуеть, блять, они два, сука, молотобойца въебали на одну арену. Пиздец просто, блять, этого примораживающего мудака. И все это, блять, в девятой нахуй комнате, блять, пиздец. Да они, блять, ёб что ли дали, блять, я не знаю, нахуй. Для кого эту хуйню, блять, делают? Впереди. Для мотористов, блядь, не знаю, блядь, с дилдо шипастым задницей, нахуй. Все, у меня все полегли, нахуй, это нереально, блядь, с примораживанием к полу, двумя, блядь, электроебланами, нахуй, это пиздец ебаный просто. Все, блядь, я теперь дальше девятого пройти не могу, блядь, дожили, нахуй, дай... В прошлый до 11-й, блядь, доковырял. Тут нахуй все, 9-е, пока. Можешь выходить, блядь. Сопряжение сфер пошло. Да, не, я точно перестаю донатить в эту игру. Это, блядь, просто какое-то издевательство над людьми. Я уж молчу про эти, блядь, уровни мира, которые непропорционально нихуя повышают сложность, блядь. Неадекватную прокачку, прокачка, которая на 100-500 миллионов раз, блядь, увеличена на последних уровнях, блядь. Так еще и, блядь, и бездну усложнили, блядь, в два раза, нахуй. Ну, спасибо, блядь, уроды. Тут нету других вариантов, Константин. Тут варианты есть, которые ты один раз проходишь и получаешь награду. Есть вариант, который награда обновляется. И эти варианты, где награда обновляется, ты их вот хуй пройдешь, называется. Так, Зеландин, Крио Слайм, Хиличурл с ледяным щитом. Крио Крио. Второй, чем у нас Крио Фатуя. Крио Крио. Короче, нужно огонь везде и электро везде. Но огонь больше нужен второй для Фатуи. Ну, сейчас посмотрим. Там Фатуи, один Крио, два электро и один анима. Значит, там нужен еще и лед. Я не знаю, что там нужно, там пиздец ебаный. Если раньше я Крио Фатуи, блядь, Саурой убивал благодаря этой... Как это, блядь, хуйня называлась? Перегрузка, нахуй. С увеличенным уроном. То сейчас этого бафа нету на девятой комнате. Сейчас перегрузка нихуя никакого урона не дает. А что дает?
ничего не дает. Только дебафы дает теперь в девятой комнате. Ну давай. Взорвем свою шоколад. Чудо. Все, на девятой комнате никаких бафов, только дебаф, если тебя приморозит нахуй. Вот и все. Поэтому попробуй, блять, убей этого криво мудака. То есть, если раньше я его за первые 3 секунды убивал, благодаря урону там под сколько там, под 15 тысяч, блять, с перегрузки, там 3-4 тика, все, блять, этого мудака нет. То сейчас, блять, я не знаю, что делать. Он, блядь, примораживает, и все, и тебя эти. Там их 2 молотобойца. Раньше не было, блядь, 2 молотобойца. Самурай. Горит! Оно горит! Matches. Interesting. Is that normal or? Who can say what is normal? You're clearly a unique person with unique tastes. Our system can handle it. So who will it be? Angel or Sky? I couldn't have chosen better myself. Now for the payment. And you'll venture into the clouds. Here you go. And the payments come through. The entire floor is open to you if you wish to wind down first. Sky awaits you in booth 9. Disconnect, please. Is that it? We have a strict no weapons policy here in the clouds. Please deposit any and all hazardous items with me. Only two willing to spread their legs. Так, ну первая довольно-таки простая была часть. Первую я тоже на 3 звезды закрыл. А вот ебаных потуй в пиздец, блять, просто какой. V. Just V. Only people who know me real well can use my real name. Okay, then. V. Welp, looks like this will be interesting. So, V. You're dying. Someone named Evelyn Parker. Used to work here. Know her? Know where she is? You need answers. It's clear. Just not the ones you think you need. I asked you a simple question. Evelyn Parker. Not the most important thing you're looking for, is she? Давай, белючище, блять, не подведи нахуй. Убей этого ледяного урода, блять. Иначе пизда рулю. Just answer my question. Tell me where Evelyn is. Don't have time for a debate. Why the man just say she doesn't work here anymore? When was Evelyn last here? You know anything? Evelyn had her own story before it collided with yours. But I know you'll find her. You always get your way. You just gonna talk in circles? That it? I can't help you if you don't want to be helped. What's next? Meditation? Something like that. Try me. I stole this place to fulfill my deepest desires. Not what I was expecting, this. Блин, нихуя я его не могу убить, блять. Это пиздец какой-то, блять. Он полгода ковырять. We are here to reach for them and beyond. Пиздец, а эта тварь, блядь, в полу морозит, блядь, опять всех поубивали, нахуй. Да, первая на 3 звезды закрыта. Удивительно.
Что-то Павлей пошло не так. Ну вы, блядь, сняли бонусы нахуй, перегрузки. Вот что, блядь, пошло не так нахуй. Усложнили, блядь, в разы наш все, пидоры ебаные, блядь. Никаких бонусов урон нету. Что, блядь, качал нахуй ты огонь и, блядь, электричество, что не качал, похуй вообще теперь. На девятую комнату. Ну все, блядь, проебано еще раз. Блять, невозможно этого, сука, ледяного урон, блять, вынести за первые 2 секунды, блять, нереально вообще, нахуй. А если ты его не вынесешь, то все, он тебя морозит к полу, и тебя ебут молотобойцы, блять, поебал, нахуй, молотами, блять, а ты просто стоишь мороженый, блять, каждые 10 секунд, нахуй. Every second of every day. Still, I feel a connection between who I was and who I'm turning into. What you really fear is becoming someone you don't recognize in the least. So what now? Now, find out what it is you need. Is you're gonna tell me? You've never backed down from anything in your life. Even when you maybe should have, you go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action, going where you needed to go. And it won't stop you. Ну, теперь фатуй. Надеюсь, Клио снесет довольно быстро. Но у меня всегда была тактика на второй уровень. Если Клио не сносит, то это все, это уже фейл. Это фейл, господа. Дядя Люк нихуя не сносит, блядь. Ковыряет, блядь, как пизду ладошки там, блядь. Я не смогла. Нет. Два электрофатовых. Еще ты мерзнешь, понимаешь, моментально. Это Антох. Я что, врать, что ли, буду? Пиздец же, блядь, блядь, без перегрузки я не знаю, что, блядь, теперь сделать. Блядь, просто лютая хуйня. Я ее проходил всегда благодаря перегрузке. Ты 15 тысяч доп. Урона, там, блядь, бросаешь ворону, бросаешь Сянлин, блядь, и они просто там 15, все, блядь, ледяной сдох, все. Дальше уже можно играть, если тебя, блядь, пол не морозит. Блядь, а сейчас я не знаю, блядь, что делать. Хотя, казалось бы, у меня пачка сейчас намного сильнее. У меня почти у всех героев артефакты до плюс 16, блядь, прокачаны. Блядь, все равно, пиздец какой-то. Угу.
But that's all I know. Shit like that happens around here way more often than anybody care to admit. You ought to ask Tom. Two of them were inseparable, gossiping for hours on end. Да ладно, хоть один трин не закрыл мы. 9 звезд, это уже 50 кристаллов. А, до конца жизни теперь только 50 кристаллов получать из 600, да? Раздвинь. Не, блять, меня опять выебали. Я не знаю, что делать, блять. Это пиздец нахуй. Возьми гендончик в руку, он на письку натяни. Что еще могу сказать в сложившейся ситуации? Да ну в пизду, все, блядь. Я нихуя разочаровался, блядь, уже в конец, нахуй. Опять разочаровался. Как, блядь, угнетать, нахуй, блядь, игроков, это, блядь, пиздец, нахуй. Никакого удовольствия нету. В стране. Это, знаешь... Типа, вот мы вам даем возможность заработать, блядь. Они еще и баннер вынесли, вывесили, типа, заработайте там, блядь, это... 600 примагемов, полмиллиона моры там, ага, блядь. Хуй пососите, блядь, на второй комнате это называется, нахуй. Не заработайте, блядь, награды. Пиздец, блядь, ну нахуй. Хую, блядь. See what? Nothing there. Exactly. There should be a port right there. Да, Павли, это беда. А Сикахока проходит и говорит, что-то легко стало. Блядь. У чувака аккаунт стоит дороже, чем моя машина, блядь. Да, блядь. Конечно, он, блядь, проходит. И любой будет проходить, у которого аккаунт стоит, как моя машина. С пятизвездочными пушками-то, блядь, когда вся пачка ходит. Да еще пробужденными пятизвездочными пушками, блядь, по 5 раз. Something bitter in the ass. А сделал это для чего? Положил денежку. Все, я больше не буду. Ни за что, блядь. А как же коза? Пускай, наказу. Ему хватает. Наказу у меня уже за глаза. Все, козу беру и все. И жду контента. Пускай хилят контента. А бизнесу свою пускай он донатером своим в жопу засунет, блядь. Какие они там, блядь, за 200 примагемов, блядь. Охуевают там просто, блядь. Так, теперь мы полностью в броне. Так, средняя только у меня на груди, наверное, тяжелая. Полностью экипированный. 65% сопротивления физическому урону. Теперь меня никто не пробьет. Ну а теперь мне нужно будет много бабла, потому что... И у торговцев нету денег, чтобы купить мою шкуру медведя. Она стоит 700, потому что... Шкура 700. А то
посмотри, такую вещь, идешь в броне. Я иду, блядь, так, надо еще кузнецу наручи продать, мои старые. 126 он. Починить нагрудник 500, шлем 200. Да. Зато я в броне. Все враги убьют. Я заметил, что я забыл Oslo. That accident. And everyone's cool with that. Pizza. Мой ежедневный маршрут по мусоркам сопровождается добычей продовольствия. Except it's off limits to customers. You wish to Андрюх, блять, смысл весь, блять, игры ебаную бездну пройти, понимаешь, ну, под конец. Ну, Павле, а какой смысл проходить, если у тебя нет сил быть проходить? Ну, блять, остальные-то проходят как-то, нахуй. Но у них есть, блять, силы. А, блять, везде пишут free-to-play аккаунт, блять. Да нет там, блять, никакого free-to-play, уже, блять, давно было нужно понять это, блять, это все пиздёж. Мы с донатим, блядь, и то не можем, блядь, ну, нормально проходить. Какой нахуй free-to-play, блядь? Так не бывает, блядь. Ну, я хотя бы до этого, знаешь ли, до середины 11-го проходил, и это душу грел. Я хотя бы прогресс, блядь, видел. Блядь, я тут, блядь, не зря сижу, нахуй, и, блядь, драчу тут месяцами, нахуй. А сейчас я прогресс... Мы засунули весь в жопу, сказали, а, блядь, дари нахуй, говна, пирога. Ну это не значит, что он исчез, блядь. Это оно и значит, это знает, что, блядь, я тут 3 месяца сидел, блядь, какую-то хуйню, блядь, творил, тупо время, блядь, терял. Потому что сколько, блядь, я не усирался, я, блядь, дальше 9-го, блядь, этажа пройти не могу. Нахуя-то я тогда вообще на это трачу, блядь, деньги и время, я вообще не понимаю. Ну, чтобы еще больше времени и денег на это тратить. Нет, все, я говорю, что все, никаких больше денег. Пизду. Все, последнее благословление у меня, блядь, 11 дней нахуй. И Battle Pass еще, не факт, что я буду покупать. Сейчас посмотрим, если коза выпадет за первые 20 круток, я, блядь, и Battle Pass покупать не буду. Пускай, блядь, сосут, уроды, блядь. Бузяин, барин. А, нахуй мне это, я не знаю. Зачем мне нужны дополнительные ресурсы, блядь, если я и так пройти нихуя ничего не могу. Да мне и персонажей качать незачем, блядь. У меня и так они прокачаны. Почти все до 70-го, 80-го, блядь, и... артефакты на плюс 16, я говорю, у меня практически у 2 пачек заточены до плюс 16. То, что я их улучшу на 20%, это мне не даст такого буста, чтобы убить этого морозного мудака, блядь. Это 100% мне не даст такого буста. Вот и все, соответственно, смысла качаться я не вижу. Вообще никакого смысла, на самом деле, до нового контента играть вообще не вижу. Уже контент проходить мне вон делюка 80 уровня, блядь, за глаза хватит. И тех героев, которые у меня уже прокачаны.
Я думал, ты делюка до 90 упадет. Нет, я его не хочу. Я ему пушку до 90 прокачаю. Но это чуть попозже. Да, ну, цена 7300 на аукционе, это 6500 скин. То есть, ну, по сути, это на комиссии тоже самое. Ты хочешь надеть? Нет. Просто скилов. Хоть там порядка. Вот у меня еще одна буква. 1800 я поставил. 30, что ли, так, господи, я плохо эту херню. Every last security man to the club. Looks like they called Tiger Claws for backup. Над этим, блядь, донатером ёбло поотрывать, которым легко бездну, блядь, проходить было. Небось они там все мозги всем выебали, что им там, блядь, делать нечего, легко все проходить. Тебе вообще хватает сил проходить его? Не, он ее пройдет, потому что враг под его уровень подстраивается. Ага. Раньше, когда низкоуровневый был, ходишь, там всякие травмы тим, там, блядь, эти, блядь, там черепки такие, там, типа, красные, там очень опасные. А сейчас ходишь, все серые. С одного тычка ложатся, блин. Вот это я понимаю прокачка. Угу. Руки-ноги отрываешь с этого револьвера, блин. Молот товарища, блин. Жестокий человек. Ты Антоха делал? Что делал? У меня два револьвера, только Крэш и Архан. А, ты молот товарищ не ходил, да? Нет, пизда, ты вообще штука тебе понравилась. Особенно по-русски написано «пушка». Если настаиваешь, привет. Трэш и... Садания. Трэш тебе дает за квест этого. Как его зовут-то? Офицер-то этот. Разгадавшийся детектив. Мне еще интересно, чего вот с паралисами будет, если ты, допустим, не расскажешь все как есть. Кому? А, ну, не спорю. Ну, все равно. Выбор такой. Ты либо расскажешь, либо нет. Чёрный меч. Угу. Еще более круто. Tiger Claw bosses have got their own bosses. In case you didn't know, you're just too small to see him. Oh, because you're such a big shot. Let's just say a certain member of our soccer clan would be pleased if something bad happened to Evelyn, and that you're the one responsible. Так, задание выполнено. Задание выполнено. Так, куда мне дальше идти надо? Где у меня еще задание? Вот здесь. Скажи мне что-то, я не знаю. Как, где она?
Think you know how things work around here, but you don't know shit. Dolls aren't here to give you pleasure and satisfaction out of the goodness of their soul. They're workers. Their job's to generate profit. Evelyn, stop pulling profit. No denying that, sadly for her. I saw what she did to the client. She gets spiked or something? Контратака кабана. Whatever or whoever fried her circuits. It came from Кабан! Outside or something. Мечта так-то дерьмо, которое дает по квесту. Маешку готов. Вы дерьмо. Ничего. Потому и дерьмо. Для Бенни самое то вообще. Антоха, не ты ли вы? Нету дерьмового оружия для персонажа. Кстати, на Альбедо вообще самый лучший трехзвездочный меч. Который на крит урон и дает крит шанс, если персонаж выше 90 хп. Взял долбит своим копытом. Сколько мне не хватает сисхи? А чё за сисхи? Представителями Манштата с Геовороном. Но тут таймер все время 7 секунд. То есть это единичка на башкой. Anything's better than a bullet to the brain. You know, that's what every doll says. Вот, значит, второй момент. Какой, значит, ты сэснулся, тебя рутанул. You invested your own eddies to help poor. Как тебя рутают, все, дальше ты рассыпаешь. В идеале, короче, если ты... Потому что мы для какого-то вопроса подкидывал наш план по второй проекту. Компостом перебил за собой таски. Trust me. I know. Considering where I work. Fingers is a real specimen though. Got all the fetishes. A product must be consumed. The rip. That's our last day. Don't fuck with me. I'm not. It's my fingers. Clinics in some godforsaken alley up on Chick Chick Street. Wanna find Evelyn? Chick Street? Look there. They come back here. Две проститутки на весь Найт Сити. While you're at it, take the elevator. You're out of here, the better. Don't Не, просто остальные заняты. На босса вешается щит с 15. Активация. Мы дальше, может, тему эту доработаем. Да, количество. И вообще, знаешь, такое ощущение, как будто, блин, часть контента очень много вырезали. Из игры. Это если ты метка. Вот так все происходит. Если метка на тебя не метка. Ты, короче, смотришь, где эти метки стоят, можно так подключать, я думаю, если метка. Но основную классику-то они оставили. Короче, главное, чтобы тебе этим кубом не переборщил, который под меткой не появляется. Ладно, ждем ДЛС. Единственное, мне непонятно, почему они это... Типа, замену на полностью механические руки, там ноги. Не знаю, возможно, это делать. А там премию, что-то купили. Вот, как только... Так у тебя... Так они у тебя и так механические, что руки гориллы, что эти, они считаются, блядь, механическими. Я хочу как Джонни Сильверхенда, чтобы у меня были. Надо его именно... Могилу разрыть. Хочешь ебашь этот, да.
руки богомола, что я хочешь сказать, это, блядь, живые руки, бля? Нет. Или те же самые руки гориллы, они чисто механические, блядь, с проводами. Надо на этом фоне где-нибудь найти, короче, настолку киберпанка. И погонять, не. Лысого погонять. Короче, это... Когда у меня одна секунда на этом... Джонни Сильверхенда. Да-да-да-да-да. Сука, надо смотреться. У нас Дуня Кулакова, а у поляков Джонни Сильверхенд. Короче. Да. Вот. Он раньше был? You had a plan, you tried. Теперь, да. 20% начинается. Ну ты не представляешь, сколько, наверное, бабла поднял за это. Киану за киберпанк. Киану за киберпанк, там отвалили очень много. Самый прикол, что он самый бомжеватый актер в Голливуде, несмотря на все это. Я про то, что он как особо не понтуется, непонятно вообще, зачем ему деньги нужны. Да. Ну, такой клоп выводит, потому что... Если у тебя есть деньги, что, обязательно понтоваться? Ну, я просто про то, что... Других нет таких актеров в Голливуде, которые не понтуются при деньгах. Это, короче, первое начало. Я тоже видел полно видео, где он как бомжара сидит, он из бомжара. Should just wait till your mind shrivels to nothing and freeze up space for me. Чувак просто не парится. I've decided to help you. Need to find something first. Seven letters. Starts with an M. Вот, да, значит, как сейвить? Нас свапнуло, да? What is it exactly? Вот это на второй секунде одного из Where it stores its victims and grabs. Come on,
Макоши was the sole place on Earth where they did anything like that. Bet it still is today. Telling you, all roads lead there. It's where we'll settle our bids. You yours, me mine. And, how you plan to smash Arasaka this time? Got another thing left away? This time, bomb's named Alt Cunningham. I'm supposed to know who that is? Not yet, but you will once we find what we need. For now, we got no time to lose. Need to get inside Makoshi. Скажут, шоколада схавает. Так. Все, сейчас у нас красиво. Спасибо.